Другим темам. Отныне право на пенсию можно добиваться по доверенности. Сегодня вступили в силу поправки в закон, принятые парламентом в начале июля. Согласно изменениям, заявление и необходимые документы может подать в территориальное отделение Нацкассы соцстраха представитель просителя. Отметим, с инициативой выступило правительство по многочисленным просьбам граждан. Большинство из них жаловались на проблемы со здоровьем, которые не позволяют им лично хлопотать для получения права на пенсию. К ним присоединились и сограждане из-за рубежа, которые из-за пандемии не могут вернуться в страну для оформления бумаг.